Наконец-то сегодня уже начинается Кубок Первого канала. Насколько томительным было это ожидание? Ну, уже хотелось побыстрее сыграть. Все-таки небольшая пауза тоже сказывается. Надо где-то отдохнуть и уже быстрее вливаться в этот ритм игровой. Надеемся, сегодня получится показать хороший хоккей и выиграть. В каком настроении команда подходит к сегодняшнему матчу с Казахстаном? Да в хорошем настроении. Все рады быть сборной. Это дает дополнительный импульс, чтобы работать и побеждать, и становится каждый день все только лучше и лучше. Поэтому настроение только хорошее и боевое. Сборная Казахстана, в принципе, большего, наверное, нашей команде знакома. Как нужно готовиться к ней? Да, ко всем матчам надо, в принципе, готовиться. Неважно, с каким соперником играешь. И, ну, вот сборная Казахстана, значит, сборная Казахстана, мы все равно отталкиваемся от своей игры. Поэтому как бы как-то персонально мы не готовимся к команде. И какую игру ждать от сборной Беларуси сегодня? Активный хоккей, который будет приносить нам плоды, игра в давлении, больше контроля шайбы, больше игры в зону атаки. Мы будем стараться это делать, и это должно нам принести результат.